Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу еще одно народное средство для лечения болей в суставах. Для этого нам понадобится водка. У меня 0,2 литра, 200 миллилитров. Немножечко я здесь взяла, когда изготавливала духи, где-то грамм 15-20 миллилитров. Поэтому это даже хорошо, потому что мы будем добавлять сюда соль. А также понадобится морская соль. Обязательно морская соль. Неважно, какого она будет помола, среднего, крупного или мелкого, вам в любом случае ее нужно будет обязательно смолоть на кофемолке. Дело в том, что соль в водке не растворяется. Я вам сейчас покажу даже средний помол. Он очень крупный. Вот видите? Вот он такой крупный. И она в водке, соль наша, не растворяется. Поэтому мы обязательно размалываем ее на кофемолке. Берем водку и на 100 миллилитров, на 100 грамм нам нужно обязательно взять вот такую вот с горкой крупную ложку столовую соли. Так как у меня 200, я всыпаю сюда 2 столовые ложки соли. Даже вот видите, не хочет проходить. Ничего, сейчас мы ей поможем. Как бы вы ни старались, соль в водке не растворится. Сколько бы вы ее не взбалтывали, не мешали. Поэтому перед применением вы ее взбалтываете. А затем наносите на ваши суставчики. Натираете вот так вот. И укутываете чем-нибудь теплым. Шарфом, полотенцем, теплым платком, неважно. До свидания, будьте здоровы, всего вам хорошего.